Елизавета Боярская поделилась кадром фотосессии для модного журнала, на котором позирует, обнажив спину и плечи. Обычно эксперименты актрисы поклонникам нравятся, но тут неожиданно они раскритиковали актрису, посчитав, что снимок слишком откровенный для мамы двоих детей. Зачем так оголяться? Оголяться было вовсе не обязательно. Быстрицкая не оголялась и была самой красивой актрисой, прокомментировали они. Елизавета Боярская много снимается и занята во многих спектаклях, поэтому часто экспериментирует со своими образами. Недавно она поделилась своим снимком для спектакля «Три сестры». «Ты похудела, и помолодела, и на мальчишку стало похоже», прокомментировала имидж Боярской Карина Разумовская, процитировав слова другого персонажа из «Трех сестер». Поклонники отметили, что Елизавета действительно похудела и выглядит прекрасно. «Благородная красота, и не поверишь, что мама двоих детей», прокомментировали подписчики. Со стороны кажется, что Елизавете Боярской довольно легко совмещать в жизни все. Она успешная актриса, счастливая жена Максима Матвеева и мама двоих сыновей. Но актриса рассказала, что с рождением второго сына, Григория, в ее жизни многое изменилось. «Сейчас я понимаю, это время на сон. Я стараюсь держать режим, заниматься своим здоровьем, делать зарядку, побольше находиться на свежем воздухе, ходить. Это получается само собой, когда у тебя маленький ребенок и надо гулять с коляской. И еще я стараюсь не есть всякую дрянь. Но я это и раньше не делала, но сейчас строже соблюдаю правила»,